Щелковском центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» старшеклассники изучают основы профессии сотрудника полиции. Сейчас здесь занимаются более 50 школьников из нескольких средних учебных заведений района. Они приезжают сюда на Пролетарский 6А еженедельно. На этот раз их всех вместе из классов первого и второго года обучения собрали на круглый стол, куда пригласили представителей ключевых служб и подразделений межмуниципального управления МВД России «Щелковское». Ребятам рассказывают о том, как работают постовые полицейские, криминалисты, сотрудники уголовного розыска, миграционного отдела, инспекции по безопасности дорожного движения и другие профессионалы правоохранительной системы. Они изучают структуру полиции, какие задачи она выполняет, роль в борьбе с преступностью. Да, также они смотрят, как и наши юные инспекторы движения у нас учатся, изучают правила дорожного движения, передают младшему поколению. Также и здесь юные друзья полиции, они изучают законы, там, уголовный кодекс, и также пытаются соблюдать и закон, естественно, и учат младших детей. Класс будущих полицейских, как дополнительная общеобразовательная программа, был создан по инициативе общественной организации «Ветеран милиции» и действует на базе центра «Романтик» с 2013 года. Наша программа, она все-таки больше, конечно, скажем так, не развлекательная, не воспитательная, а все-таки это программа по профориентации ребенка или подростка. Потому что у нас вот уже за 3 года работы класса полицейского 42 выпускника наши уже поступили или в высшие учебные заведения МВД России, или в колледже этой же направленности. Или я пойду в спасатели, либо я пойду на юриста. Ну, скорее всего, следователь, либо, только следователь, если. За время работы в «Романтике» классов будущих полицейских было выпущено 54 слушателя, из которых 42 поступили на юридические факультеты гражданских вузов и 12 в образовательные учреждения Министерства внутренних дел. Это интересное начинание нравится школьникам и имеет продолжение уже в поселениях. Так, в этом году открыты 2 новых класса будущих полицейских в Афряново. Андрей Цеходович, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».